И снова всем привет. И я нашел тот мод, о котором я вам говорил, который я играл в детстве, и мне очень понравился. Так что сегодня мы его и поиграем. К вселенной Half-Life он не имеет никакого отношения, ну кроме того, что на движке Half-Life сделан. Начало, кстати, очень сильно перекликается с Alan Wake'ом. Как-то похоже очень. Просто очень обидно, что какой-то говномод типа Before попадает в Steam, и люди за него зачем-то голосуют. Вот. Игры такого вот, моды. Такого плана почему-то не... Но все забили. Это несправедливо. Посмотрите, тут даже заставка есть. Если бы видели, сколько пришлось нам учиться, пока я нормально запустил. Оказывается, Valve убрали поддержку Direct 3D. Я, по-моему, об этом говорил или нет. Не помню уже. Valve тоже что-то пошли по стопам крупных фирм, не знаю зачем. Первая начала срать херню, это, наверное, Microsoft со своими виндами, восьмерками и прочее, когда начинают все прятать в одном месте. Хотя еще в семерке не начали прятать кучу полезных функций, какую-нибудь задницу, или в Word, допустим. Что приходится на обычные вещи даже гуглить. Допустим, где находится кнопка выделения графических объектов. Это же вообще не пипец, куда все запрятали. Потом начал Google. Вот с этими дурацкими комментариями, которые они встроили с Google+. И половину теперь людям нельзя тупо отвечать. Кнопки постоянно куда-то прячут. В одно место, не знаю, все в одно место запихнуть. Скоро, знаете, будет в одной кнопку нажимаешь, там появляется еще одна кнопка, нажимаешь, не еще одна кнопка, нажимаешь, там сотни этих кнопок. Ну как-то так. Не знаю, зачем это делать. Такое ощущение, что вот в Гугле было, ну, много разных команд, а потом всех собрали, и вот те, кто за оптимизацию, грубо говоря, то есть прятать все лишние кнопки и прочее, они их в одну команду, а те, кто любит такие навороты дурацкие, бессмысленные, в другую команду, то есть раньше как-то пополам были. И теперь одни куча всяких хуевертит хреновины, а другие, наоборот, пытаются самое минимизировать. То есть, не знаю, меня это, честно, сильно печалит. Вот и Valve пошли, что-то они все время улучшают, там оптимизируют, вот зачем-то Direct 3D убрали, я кое-как запустил. Если вы знали, как сколько тут хренотни пришлось перечитать, чтобы понять, как это сделать, потому что он постоянно через интегрированную видеокарту. Блин, загрузка резкая и, скорее всего, меня не слышно было, да? Так вот, через интегрированную видеокарту он все время запускался, хочешь этого, не хочешь. NVIDIA-овский панель почему-то не хотела. Так. Да, это просто потратил 2 минуты времени, чтобы найти дорогу сюда, потому что я помню, что там хренотня какая-то была. Что я очень долго искал проход. Так, ага, нам сюда. Так, о чем я? А вот, и... Где там как-нибудь сломать что-нибудь? Нет? Нет. Ну, это зачем-то нет, это сделано, я не пойму. Эти все непонятные оптимизации... которые только портят игру. И вот и NVIDIA-вская карта не хотела почему-то менять настройки для халфы. Но один чувак какой-то мне очень подсказал интересный способ и прочитал. Так, кто-то, видимо, на палец уронил себе кирпич. Тут вообще кого-то надо вначале посадить, а потом уже замуровывать, иначе смысл. Муровать это маленькое место. Посадили, замуровали. Вот тут, наверное, то же самое, да? Хотя не читаемо, поэтому хрен его знает.
Так вот, для тех, кто вдруг столкнется с такой же фишкой на ноутбуках, что интегрированная карта почему-то, только через нее можно играть. Берете, допустим, название игры hell.exe. Переименовки, допустим, в Half-Life Hell1.exe. И все, и тогда ее подкидываете в интегрированную эту панель. Nvidia-вскую там или Radeon-овскую, не знаю. Radeon никогда у меня не было карты, поэтому не могу судить. И она нормально тогда может выставляться нормальной видеокарты. Кстати, смотрите, прикол с этими деревьями. Мне всегда так они нравились. Главное то, что не спрайты, вы видите, двигаются вот так. Это как бы нормально по тем временам. Что-то шуршит постоянно, не пугает. Но вот то, что деревья вот так вот могут делать. То есть надо было зациклить по одной зацепе. Было бы нормально. Могилки тут. Фонарик, кстати, почему-то после воды у нас рабочий. Ну вот, я утопиться хотел. А, можно? Ну, замечательно. Нет ничего. Чувак, чё с тобой? Ну хоть эти на меня не смотрят постоянно. Чтобы еще могилку спрайта бы сделали вообще. Замечательно. Откуда черепок вывалился? Куда его, в смысле, на место поставить? Церковь, пойдем спросим. Надеюсь, она не автоматическая. Твое лицо, когда ты поиграл в Бифо и понял, что про него проголосовали в Стиме. Нет. Ладно. Где-то тут должен быть зонтик. Several reports of strange happenings in the local countryside have been received here at the radio station. Sheriff Chester Rockwood insists that such reports are just hearsay and rumors, likely spread out by his rivals in an attempt to undermine the authority. Чувак, ну ты нашел место, где прилечь. Красавчик, конечно. Ты, наверное, на мебельной фабрике работал, да, привык? О, птичка. Тук-тук, есть кто? Живой или мертвый? Что-то тут двоих можно положить, такой гроб. Это, по-моему, поуже будет, да? Или мне кажется? Не, по-моему, тут реально толще. А, о, открылась дверька. Чувак, надо тебя реанимировать, нет? Нет? А по звуку как будто можно. О, чувак еще один тоже. Он тоже на мебельной фабрике, видимо, работал. Чувак, я, конечно, не эксперт, но, по-моему, это... Хотя это может быть и типа морга, конечно. Да, это, видимо, морг, потому что эти лед. Или хотя лед и отсюда. Хотя, может быть, туда можно и как крематорий использовать. О, я же спрашивал, есть кто живой, это почему не сказал? Иди отсюда, видите, даже модельки другие. Кто там, чувак, я тебя спасу, ты тут? Впусти, я тебе... Я пошутил, что-то впусти. Ну и что тут будет сейчас? Тихо. Бешеный хэдкрабы. Чувак, крутую шевелюру отрастил себе, красавчик. Так и... Угу. Чувак, ну не самая умная идея привлечь внимание.
Тихо, людей. О, еретик. Чувак, а что с тобой случилось? Что-то у тебя морда зашитая. Садят глушаком. Ну да, чтобы другие зомби не услышали, когда ты их товарищи будешь убивать. Тюк, тюк, тюк. Ну и еще один. Хотя зря я безбожно на них патроны трачу, проще было ломом забить. Блин, атмосферно, ребята, на самом деле атмосферно. Ох, как вас тут много. Не надо обнимашки со мной делать. Да! Я же вроде всех убил. Хватит молотить землю. Ты не Seven Day to Dice. Чувак, поделись хавкой. Нехрен. Жать, ты. Сколько вас еще тут будет? Такие злобные парни, а. Оу! Тише! Пугать меня так. Правда, что ли? Да. Птить ты живучий. Так, ну сюда, видимо, да? Скелет с пистолетом. О! Господи! Скелет, который разлетается на мясо. Это был чувак, наверное, в хэллоуинском костюме просто. Где ты флешкаешься? Что-то я не вижу никого. Ага, вон там наверху, видимо. О, господи, да... Все открывается, все шуршит. Странно, я думал, тут будет загрузка. Сам Бог велел. Так, там проход. В таких коридорах делать. Как плохо, что не знаю местный диалект. Размытая текстурка называется. Язык. Ну, кто-нибудь что-нибудь сломает? Ох ты, блин! Да! Ну что ж вы такие, блин? Что-то они на Барни немножко похожи, да? Мертвого. Я не понял, они всех закапывают сюда, что ли? Да вы меня недооцениваете, ребята. Не знаю, может быть, и проходить эту игру в режиме... без повреждений? Ну, не считая начального повреждения, которое мы автоматом получаем. Хотя тут, насколько я помню, военных не должно быть. Ох ты ж, блин. Ого-го. Ну ладно, начнем, будем играть. В режиме без повреждений. Тем более, я черти когда вообще сохранялся. Привычка после халфы осталась. Ну хотя 40 отнять, это конечно да, это не слабо. Так, и что, мы падаем теперь вот сюда, да?
Да что ты? Я не понял, вы что, появляетесь тупо? Или восстаете из мертвых? Да что ты? Кому хай будет делать? Чё-то, ребята, очень крипово. Играть? Криповенько. Охренеть просто. Ау. Не, не хочу так сильно раниться. А потом будет говорить, почему вы не пришли на воскресную службу? Так может сломался. Это не оправдание. Паства должна явиться. Что бы ни было. Ох ты, новые зомби. Интересно, как они это записывают. Те охи да ахи. А я в кустиках спрячусь, меня не видно. Смотрите, реально не видно. Парень. Нет, увидел. Клуб знакомств. Искал себе девочку, вот, а я ее убил. Возможно, единственное на все кладбище. Скелет это тоже забавный, тоже наряжен. Так, так. А, вот. Это был хэдкрабин, оказывается. Охренеть, вы бьете. Это на среднем уровне сложности, кстати, только. Сейчас нет. Начнут отсюда вылазить. Не бойся. Так, а здесь? Нет, только в определенных местах. Короче, реально не похожи здесь. Эти самые... Муровали их, что ли? У меня других предположений даже нету. Ну вот нахер. Идите нахер. Я вас не знаю. Хотя не, тебя я знаю, тебя уже десяток раз убивал. Хотя не сильно. Ты тут? А, ты тут хангерш. Голодный, бедный. Ребята, давайте вам. Пойдемте вместе, не знаю, в Макдак, что ли. Я вам покажу, кого-то надо там съесть. Хотя бы, похоже, реально сами знаете, где Макдак. Скажите, а мясо у вас свежее? Свежее. Два вкусных мозга. Диетическую кровь. Ну, видимо, это недавно произошло, потому что вот эти скелеты, допустим, два штуки, они, видимо, уже здесь давно, а вот этих замуровали не так давно. Но, возможно, сюжет не настолько глубокий, чтобы выяснять, кто-то кого закопал.
Кстати, локации довольно большие. А еще мы давно не сохранялись. Тихо. Ах ты, ёжик. Ох ты, ё-моё. Если, конечно, вообще... Так, что-то, правда, проскакивает надо. Можно было бы туда попасть. И что теперь будет? Вода заполнится. Тихо. Не хватало мне еще током убить. Так, что-то мне кажется, что нам надо спешить. Что-то похоже на мертвого Слендера какого-то. Так, а отсюда мы пришли. Что это? Лифт? Ах ты! Это была подстава, ребята. Так, стоп, где? F7. Ха! Паркур-мастер. Хрен, это неожиданно, да, наступило? Ох ты, блин! Два раза ударить ему удалось, вот засранец. Блин, куча темных мест. О! Да, это уже круто. Ну нет. А ну вернись. Давайте посмотрим, хоть куда она ведет. Сейчас толпу зомби как не. О! Кто? Что? Это он типа должен разлететься был сам. Мини-секретки, видите, когда же тут есть. А, нет, иди нахер. На самом деле я внизу умер. Да. Телепортировался в прошлое. В виде зомби себя и убил. Да охренеть просто. Ну там еще один появился. Чувак, тут тебя, по-моему, не должно было быть. Где-то крокозябра. Блин, ему насрать с высокой колокольни, что я его бью, в отличие от других. Блин, вот они ниоткуда появляются. Я знаю, что это возможно сделать в халфе. Я делал генератор этих самых хэдкрабов. Блин, сейчас бы забежал бы сюда. Тихо. Я не помню, он вообще едет или нет? Что-то я пока не Ферштейн.
Нам же не надо на лампочку запрыгивать. Или надо? Не, не надо, похоже, этот сидел как раз. Этот крат. Но у меня ощущение, что где-то что-то теперь включилось или нет. Тут, по-моему, света меньше стало. Ух ты, бля! Привет, дружок. Так, ну мы пришли, допустим, сюда, так? Ну давайте в воду запустим. Что нам это даст, правда, непонятно пока. Ну, во всяком случае, мы тут свет вырубим. Может быть, это что-то дает. Влияет на финальный результат. Либо просто какой-то скрипт, может, не сработал. Так как халфу уже 10 тысяч раз обновляли, блин. Ну, что-то где-то взрывается. Ну, мне кажется, просто тупо этот лифт не спустился. Давайте мы это проверим. SVChat1 Noclip. Нет. Так, а вот теперь Noclip должен заработать. Не, может, конечно, что-то не так делаю, я не спорю, но, по-моему... А, нет, смотрите. Сюда нельзя. Здесь пусто. Хм. Ладно. Хотя подождите, может быть, знаете что? Тут должна быть загрузка сработать при подъеме на. А может быть и нет. Тьфу, блин, тут намного проще. Пиявки эти долбаные. И что, в трубу теперь она? Нет, меня постоянно куда-то уносит. Да, надо вот сюда куда-то. Нет, сюда нельзя. Значит, плывем сюда. Да что ты говоришь? Ох ты ё! Ох ты ж ёжик! Чуваки, я, по-моему, ошибся. Мне сюда не надо. Да сколько вас здесь идти колотить? А вот и еще одна. Анимешница с зелеными волосами. Кого косплеем? Хангера? Не знаю таких. Откуда ты взялся? Ладно. По-видимому, туда нам и надо. Да. А я-то хотел тут проверить. Но тут ништяки какие-нибудь валяются. Тут ничего, кроме проблем.
Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, ребята, вас слишком много. Оставлю вам вашу девушку. Развлекайтесь. Не, чувак, это мой ящик. Не подходи. Смотрите, остановился, когда ему сказал. Все такие послушные были бы. И куда тебе в голову стрелять, скажи мне? Анимацию сперли, видимо, да, из халфы самой. Не ломай свет. Ну-ка. Что-то я не помню, по-моему, все-таки голова у него как бы есть, или я так удачно в кусочек попадаю. Кто сзади идет? Ну конечно, блин. В этой игре вообще нельзя задом поворачиваться. Странная конструкция крематорий. Подкинем угля, нет? We hunger. О, круто. Ну, видимо, мы сюда будем спускаться как раз оттуда. Я не пойму. Ведущий у всех гром этих самых радио будет лежать мертвый. Меня ударил током, но меня не ударил током. Это очень странно. Так. Ребята, все равно жутко, вы не поверите. Столько времени вроде бы прошло, и вроде бы и графика не страшна, но почему-то не по себе. Так, я слышу еще где-то. Это карабина позорная. Отлично, что? Ну, переоденемся. Это что, все еще церковь, что ли? Ни хрена себе, у них размеры. Я нормальный, ты на себя посмотри, ты уже 5 раз сдох. Так, пойду, отойду-ка я лучше. Не зря отошел. Чувак, ты отличный. Ох. Да чё столько? Ребята, не с вас идея лорд-фуды так взяли? Так, если есть патроны для дробовика, значит должен быть и сам дробовик. Что? Что это было? А, это жучки эти.
Охренеть просто. Так, где тут было? Ой. Будь здоров, спасибо. Непонятно пока куда ведет, ну ладно. Во. Да сколько вас тут? Ты, короче, попал в самое начало, да? Что мне, в общем-то, мне ничего не дает, потому что здесь ничего и нету. Правда, я тут застреваю во всем, что только можно. Нет, не открывается. Значит, как бы уже заканчивать пора серию, я думал сделать ее небольшой. Давайте быстро нырнем чисто так для пробы. У нас это приведет. О, отлично, куда нас это привело. Ну давайте спрыгнем, посмотрим. А, прям в печь. Это круто. Для особых ценителей, да? Секретов. Ладно, 70 неудач у меня уже не будет, потому что уже до нас. Даже туалет не поленились сделать. Так, нефиг зомби плодить. О, да я могу этим работать, сантехником неплохо. Можно вообще вот в окна заглядывать. Да. Где вы? Блин, какие вы все стрёмные все-таки. О, да! А вот это уже ведет туда, куда я думаю, наверное. Да, и при том, это сильно травматично для меня. Да хватит из-за угла меня подстерегать. Блин, ребята, не могу остановиться в этой игре, представляете? Это пипец как затягивает. Да еще идут, и еще идут. На. Я смотрю, неплохо жертвуют прихожане. Так, что мы еще тут не обыскали? А, вот где они. Надо их убить, потому что они мне потом мешаться будут. Когда-нибудь. По-моему, он против. Ну, тебой зимой. Так, здесь, по-моему, все нашли или не все. Вообще надо было тут комнатку, да. Я подумал, что в нее потом надо будет прийти еще раз. Там, где мужик выломал дверь. Давайте прибежим быстро сюда, посмотрим и... Да что под всех? Чувак, интересно, как ты так умер, странно. На, колеса патрона все меньше и меньше.
Еще и фонарик не вовремя выключается. О, ну тут аптека. И что это, снайперка? Охренеть, дайте два. А интересно, вот с этими. Хотя ладно, потом проверим. У них же, наверное, тот же самый интеллект, который можно приручить. Если вы видели мое то видео по приручению хэдкраба. Так, все, идем туда, и я на этом завершаю, потому что это и так будет. Тут его кучу времени теперь рендерится. Еще столько же заливаться. Так что, спасибо, что смотрели. Играть мы в это будем продолжать по любасу. Увидимся в следующий раз, и всем пока.